о Тайгане. Пришло наконец-то время развеять миф, пафосно преподносимый и широко рекламируемый прессой зоопарка и аффилированных с ним СМИ, о так называемой уникальности Олега Зубкова, владельца и директора сафари-парка «Львов Тайган». Можно с уверенностью утверждать, что если бы каждый из вас воспитал льва от котенка до взрослого животного, вы бы тоже смогли без проблем находиться с ним рядом, гладить, обнимать и даже целовать. Потому что, друзья, искренняя любовь, настоящая забота и правильный уход за многими хищными животными, выросшими в условиях неволи, творят чудеса. Очень часто можно найти подтверждение тому, что грозный, хищный зверь, воспитанный в любви и заботе, даже превратившись в мощное взрослое животное, в дальнейшем остается при общении с вырастившим его человеком, маленьким котенком, и, как любое домашнее животное, остается привязан к своему человеку. Мы хотим показать вам таких людей, и вы сами увидите, что Зубков далеко не уникален. И, откровенно говоря, его фальшивая уникальность является, по сути, антиуникальностью. Знакомьтесь, Кевин Ричардсон, заклинатель львов. Он создал свой заказник ЮАР, в котором живут спасенные с различных ферм по разведению больших кошек львы. О наличии подобных львиных ферм в ЮАР имеется в открытом публичном пространстве множество удручающих масштабами этого бизнеса и страданий, причиняемых там этим животным, документальных видеоматериалов. Формула, которую использует Кевин во взаимоотношениях со львами и другими дикими животными, это прежде всего любовь, взаимопонимание и доверие. У Кевина сложились удивительные отношения с животными, основанные на взаимном уважении. Он может спокойно спать рядом со львом, посадить гиену к себе в машину, искупаться с огромной львицей, которой ничего не стоит разорвать его или утопить. «Лев – не ваша собственность», – говорит Кевин. «Это живое существо, так что вы должны быть к нему внимательны и налаживать с ним контакт, как и принято в любых других отношениях». Знакомьтесь, Дин Шнайдер. Швейцарец Дин Шнайдер оставил престижную работу и ради любви к животным переехал в ЮАР. Он открыл там заповедник, где выхаживает львов, обезьян и гиен, пострадавших от рук браконьеров. Вот только несколько цитат этого прекрасного человека, которые касаются его отношения к животным. «Если это не любовь, то что это? Чтобы общаться с животными, ты должен стать с ними одним целым, иначе ничего не получится. Они не воспринимают меня как учителя или главаря, — говорит он. Я не могу скомандовать им встать или сесть, пойти туда-то или сделать то-то. Они меня просто не поймут. Я бы не сказал, что играю со львами, — рассказывал как-то Шнайдер. Я просто живу со львами. Я часть их прайда. Я не дрессирую их. Я просто с ними живу». Знакомьтесь, гражданин России Алексей Тихонов, кандидат биологических наук, московский биолог. Этот человек посвятил свою жизнь изучению и защите больших кошек. Чтобы выкупить 10 львов и таким образом спасти их от верной смерти, уготованной им на одной из львиных ферм в ЮАР, Алексей продал свою квартиру в Москве и переехал в ЮАР к своим львам, где он заботится о них и теперь живет и работает. Со слов Алексея, чтобы достойно содержать своих спасенных питомцев и обеспечить их всем необходимым, в том числе ветеринарным обслуживанием, он вынужден работать на трех работах, занимаясь не только научной деятельностью. На территории, арендуемой им для содержания своих львов,
Нет места для ночлега для Алексея, так как это большой участок земли и не более. Приезжая к своим питомцам на выходные, они спят вместе – человек и 10 львов. Вы представляете себе уровень доверия между человеком и этими животными? Новосибирцы Дмитрий Ким и Яна Олейник 6 лет спасают хищников, ставших ненужными своим хозяевам. Супруги продали все свое движимое и недвижимое имущество, работают без выходных и отпусков, чтобы их большие кошки жили в безопасности, сытости и любви. Их взаимоотношения с тиграми являются также примером тому, что эти грозные хищники могут найти общий язык с человеком, который их вырастил и заботится о них в неволе. Знакомьтесь, Коди Антл. Он называет себя настоящим тарзаном. С самого рождения живет рядом с тиграми, львами, леопардами, слонами, обезьянами. Он копия своего отца, который также очень любил животных, посвятил им свою жизнь и создал в Метро-Бич, это Южная Каролина, США, сафари-парк для защиты находящихся под угрозой исчезновения животных. Этот человек понимает животных, общается с ними, и они ему полностью доверяют. Он может вместе с обезьянами прыгать на деревьях, плавать в бассейне с тиграми и заниматься йогой со слонами. Домашние питомцы Коди Антл тоже показывают нам чудеса дружбы с хищными животными. Знакомьтесь, а это Виктор Агафонов, ветеринар, директор парка «Белый лев». Хочется процитировать его слова. «Нужно еще уметь понимать животное и уважать его, и как-то находить какие-то компромиссы, может быть, уговаривать, если можно так выразиться». Вот так. Без опасений он каждый день заходит в клетки к своим подопечным. А все потому, что Виктор Агафонов знает главный секрет своей профессии – это взаимопонимание и любовь к животным. Еще один человек, с которым мы хотим вас познакомить, это Шандор Лоренти. Шандор – укротитель львов в третьем поколении. Его главный друг – взрослый лев Джордж. Джордж настолько доверяет Шандору, что легко ложится перед ним, как будто огромная собака. Джордж – настоящий друг. Он моя семья. Говоря так, я понимаю, что он дикий зверь и уважаю тот факт, что это 250-килограммовый хищник. Так говорит Шандор. На вопросы о том, как ему удается завоевать любовь зверей, Шандор всегда отвечает одинаково. Для этого необходимо уважение, терпение, время и любовь. А это, друзья, Ваграм Погосян, владелец частного экопарка «Биосфера» в городе Калуга. В его зоопарке нет купленных животных. Все они были спасены Ваграмом и выкуплены из мест с плохим содержанием. Абсолютно все животные были рождены в неволе. В парке «Биосфера» есть ветеринар и специалисты с профильным образованием. За животными налажен профессиональный уход – и отношения Ваграма с хищниками, львами и тиграми заслуживают отдельной похвалы и уважения. В биосфере посетителям запрещено кормить животных, нет контактного зоопарка. Некоторые посетители в отзывах сетуют на это. Но я считаю, это правильно, говорит Ваграм Погосян. Так меньше стресса для животных. И это практически сводит на нет возможность гибели животных от неправильного кормления. Все же сотрудники могут не досмотреть за посетителями, а посетители не все сознательные и ответственные. Никто из этих людей не называет себя уникальным. Скорее наоборот. Они считают уникальными своих удивительных питомцев. Невероятной любовью, самопожертвованием, безграничным уважением они добились взаимной любви от этих великих, прекрасных кошек.
Только уважением и любовью можно заслужить такое безграничное доверие грозного хищного зверя. Что же мы с вами видим у якобы уникального Зубкова? Чаще всего это унижение животных, подавление их воли и инстинктов, избиение и нередко убийство. Зубков попросту самоутверждается за счет зависящих от него животных, повышая собственное эго. В его случае нет речи о любви и уважении к животным, не говоря о создании для них благоприятных условий содержания. Мы думаем, что выразим мнение многих из вас, сказав, что Зубков уникален только в одном – в своей неуемной алчности, лживости, подлости и низости. Сколько раз мы с вами видели, как Зубков спасался бегством от ненавидящих его львов, и если он до сих пор ими не был съеден, то это говорит только о том, что львы умнее и благороднее этого человека. В заключение хочется процитировать слова народного артиста СССР Бориса Андреева. «Лев открыл пасть, укротитель засунул в нее голову, и все зрители вдруг увидели, насколько дикое животное умнее и великодушнее человека».